Что ж, продолжим. Сейчас мы будем выполнять только исключительно ваши заявки, те, которые наиболее часто встречаются, пришлось начать. Вообще большое спасибо. Мы собрали на несколько концертов сейчас заявок. Начнем с необычного. Нет, во-первых, хотел сказать вот что, что была, например, записка с просьбой попеть песни из кинофильмов Эльдара Александровича Рязанова. Но мы это совсем недавно делали. Прям целый концерт такой спели. И поэтому, может быть, мы сегодня пропустим, но в следующий раз, когда у нас следующий, мы уже назначили? 16 февраля. Да, кажется, 16 февраля, вот вторник, мы только что обговорили. Мы тогда, это любимая тема, а мы в последнее время чего-то ее не касались. Будет все первое отделение посвящено кино. Песням из кинофильмов, а может и есть концерт. А сегодня вот сейчас давайте начнем с необычного. Thank you.
Вот все думают только об угодье. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Shampoo.
Карпатской рекою, и сам туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крестьяны чугуны назначен на грядущий год, не обещайте деревьями юной любовь вечной на земле. Не обещайте деревьями затронули, то было очень много просьб спеть самую популярную песню, ну, вторую по популярности, конечно, после подмосковных вечеров, песню о Москве из оскароносного фильма. Не сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась, слезам Москва не верила, доверила любви. Снегами заморожена, листвою заморожена, идет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобой, скорей мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было вначале. Все печали, вот и стало обручали нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князьями. Но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся листу надеется. Москва найдет людей, хоть краешек земли. Александра, Александра, что-то бьется перед нами. Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам немским. О, пробьется Александра, он надышится Москвой. Москва ему не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других семей. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам немским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было вначале, ударит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо, вот и стало обручальным нам садовое. Вот такая редкая просьба сейчас у нас возникла, и даже в двух записках, что удивительно. Спеть песню Сергея Никитина на стихи Давида Самойлова, которого мы, конечно, очень любим, но как-то не очень представляли себе, что можно петь хором. Но правда, когда мы записывали первый диск «Песни нашего века», и с
сказали Сергею Никитину и Виктору Берковскому, что мы хотим записать под музыку Вивальди хором. Они тоже были крайне удивлены. Вот. Но вроде поем и ничего. Ну давайте попробуем забор. Трудная за дорогу без конца.
чудные, неподсудные сердца. Гостя из солнечной Болгарии. Мы исполним песню Владимира Васильева, песенка «Ткачей». И пригласим всех на концерт Володи Васильева с нашим участием, который пройдет 11 февраля. 11 февраля в гнезде Глухаря приезжает замечательный автор из города Харькова Владимир Васильев, автор вот этого прекрасного хита, даже если вы не знаете эту песню, впервые слышите, что маловероятно, но может быть, вам будет легко ее подпевать, потому что слова там в припеве очень простые. Либо ты дурак, либо не на месте. Либо не на месте, либо ты дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Ну, очень актуальная песня. Да, она пригодится, вам это пригодится. По-любому, когда-нибудь. Когда глаза таращит страх, решается не всяк, набравшись смелости сказать, я вижу, это так. Трусливый замирает дух, куда надежней тонкий нюх, когда приходится всерьез решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Привольно дерзким ловкачам у короля служить, легко искуснейшим ткачам камзол из листи сшить. Придворный люд всегда готов носить его без лишних слов, но голым голову назвать ищите дураков. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо не дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Фасон хитер, легка рука, пикога фреплиссе. Пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать, чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, ты дурак. 11 февраля ждем вас, замечательный будет концерт. Владимир Васильев, Дмитрий Богданов, я приду тоже спою. Отлично. Как раз мы собирались спеть детскую песню. Еще одну. Но это предыдущая, она тоже такая. Про собачку с маленькой бородкой. Мы уже спели. В первом отделе. Мы можем спеть про другую собачку, если хотите. А там тоже была просьба. Ну давайте про собачку. Хорошо. По сладким как старик накрутит шар, по самый нос и скажет псу, а ну-ка, пес, пойдем во дворе. Говорит, идет снежок и скажет псу, привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя алкоголем. Костя. У дяди Кости нет дохода, зато есть два клянущих отхода. Зато у дяди Кости в этом баре всегда найдутся кости для собаки. Рассказать вам не могу, как много веток на снегу, их понимать тебе каждая собака. Бегай лапу, собирал боксер по кличке Адмирал. А здесь вот пинчер, мелких мышь и залеванка. Мы дружим
выходит злая дворничиха. Мама, она не любит старика, она кричит издалека, что у нее на старика, мол, есть управа. Нам дело не до мамы бестолковой, но в ней гуляет Вася участковый. И Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет. Как хорошо, о боже мой, со стариком идти домой, покинув двор, любит двор и правит слово. Стоит поближе к ленку, а нас поближе к старику, и убрала сидим, радуемся оба. Старик себе сдавали черный кофе, чтоб справиться с проблемой мировой. А плюс не без всяких философий заланится на лапы головою. Полным полтонами, не в дорогу чемодан, а не
на самом деле все топ, так сказать, самые частые записки. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нет карты, плывем вперед по адресу. На это место уж нету карты, плывем вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, за водкою владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Большой реке я за утро выйду, на утро лето кончится, и подавать я что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобой кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Послать бы их по адресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по адресу. На это место уже нету карты, плывем вперед по адресу. Ну вот еще один чемпион. Песня Сергея Никитина на стихи Дмитрия Сухарева о дальнем узбекском городке. Чинганские горы царят вдалеке, и безумно прекрасны собою. Но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню, какого числа, что сгорят мои годы, и вовсе дотла под пустыне, как дым разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой, и вдвоем со своею еще не вдовой, в том краю провести свой досуг трудовой, где сверкают чинганские горы. Сладострастная трава, золотая брич мула, ветчина притулилась под скалою. Чего?
тобой. Сладострастная трава, золотая причмула, печена. Спасибо.
Все было не болели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как мы. Одни короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, такое. Все кончается, 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 и покачаются неровные фонари. Но запрощаются, надолго изучаются, и как все ясно, слов не говори. Мы по любимым разбредемся и по улицам, наденем фраги и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики. Все кончается, 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 едва качаются громкие фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и как все ясно, слов не говори. И как все ясно, слов не говори. И как все ясно, слов не говори. Дорогие друзья, вот те столики, которые получили от нас сейчас призы, пожалуйста, поднимитесь сюда в полном составе или делегатов отправьте, потому что